советские годы она по любому поводу всегда поддерживала Киев. Но сейчас почему Украина уже не может рассчитывать на эту безоговорочную поддержку? No, thank you. No. Считаете успехом, господин Зеленский? Господин Зеленский, что для вас будет успехом? Что для вас будет успехом, господин Зеленский? Господин Зеленский, что вы посчитаете успехом? Господин Зеленский, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что для вас будет успехом? Господин Зеленский, господин Зеленский, что вы посчитаете успехом? Господин Зеленский, когда остановите войну, господин Зеленский? Ну, Зеленский, наверное, хотел бы...